Сейчас будем завтракать. Погодка у нас, как всегда, непонятно какая. Пасмурная. Дождя вроде нет. Шанский. Грудь нашла. Планы сегодня? Сегодня у нас в планах выжить две пары, а потом, не знаю, придумаем. Угу. Тяжело. All these are okay. Come on, all is there. Oh, that's how we did. Я хочу домой. Заплатили сегодня за квартиру, надо кучу бумажек. Это брали у нас 3000. Брали. Это мы только за один месяц заплатили. Сейчас мы пойдем искать, ну как искать, прям в библиотеку. И вот. Я хочу домой. Столько домашки. Такие совсем грустные, прям печальные. Грусть, печаль. Такое. Вот и все. Да, Линда? Линдушка? Линдочка? Это я. Кто там? Кто там? Привет. Привет. Мы сходили в библиотеку. Теперь мы идем и видим... Да, мы идем. Памятник с пятачком. Пятачком. И с Винни-Пухом. Кто тут Винни-Пух? Я. А если я пятачок, то Винни-Пух. Ладно, я Винни-Пух. Все, наверное, так уже смеют. Кто это? Кто это? Князь. Не знаю. Что у него шапочка такая? Петр Первый какой? Ну уж не Петр Первый, мне это. Ну да, да. А тут переход. Переход где? Мы прошли. Ни одного перехода, вот эта улица. Вон там. Куда мы идем-то? Я не знаю. В Москву пошли. Идем в Москву. О, машинка стукнула. Вот такая-то хорошая, видимо, улица, что я смотрю. Чистенько, как бы покрашенные. Это тоже или суд будет, такая, да, администрация города. Почта России. О, фонтанчик, да. О, кстати, сходим туда. Что-то такое, такое красивенькое висит. Не знаю. Мы не знаем. Мы ничего не знаем. Там красиво. Кириллицу, которую нужно было искать нам сегодня в задании. Мы ее случайно нашли. Что, внутрь пойдем? Пойдем внутрь. Там парк, классный парк. Пойдем потом туда. Потом пофоткаем. Пофоткаем там. Что там фоткаешь? Смотришь. Ладно, пойдем в замок.
Мы нашли замок. О, классно. Только вечер, что еще. И потому что у нас фотки не получается. Поэтому самое главное. Сейчас это замок. 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 Тун-тун-тун. Дракула тут сидел. Я переспал. О, классно. Я поближе к нему. Ну, такое страшное здание. Очень классно. Можем перейти? А смотри, там какая-то хуйня. Да. Пойдем. Опять там пивает. Ага, а мы вообще не знаем, где мы. Ну так примерно знаем, но тут какие-то улицы вообще страшные. Крылова улица. Кто там жил? Я не знаю. Какой-нибудь очень крутой чувак. О, сестра, ты чё? Ты чё? Там чё? Не знаю. Даже парень. Какой-то район. Ты хотя бы нос сломал. Район, наверное, какой-то раньше был. Для богатеньких. Какое-то кафе классное, наверное. Софа. Софа. Выглядит прикольно. Выглядит классно, да. Не знаю, посмотрим, что такое. Просто ходы переулки. Тут очень классно. Можно было бы посмотреть. Никого нет. Больше с России. Ну, там где-то футбол. Я заказала куриное мясо с рисом, с овощами. А им заказала свой шашлык, который она уже пару дней хочет, ходит. Просит шашлыка. Надеемся, что вкусно. Кафе сама. Вообще в таком переулочке. Надо будет просто там построить на какой улице. Да, посмотрите. Вдруг кто-нибудь захочет сходить. Девочки, кто-нибудь. Принесли наконец-таки. Это аппетит, да? Всем приятного аппетита. Мы очень довольны, очень вкусно все было и прям советую. Называется сова. Что там она нашла? А, это что тут какая-то хрень проходит, да. Что ли? Амстердам. 2500. Токио. Париж. Хельсинки нету. Северный полюс. Прикольно. Вот, взяли у них визитную карточку, находится на улице Крылова, 12-14. Если кто хочет, очень рад. Вон прям тут. Да, вот такой, да. Корейская, кавказская, европейская кухня. Нам понравилось. Прям очень понравилось. 74,50. Tässä on tosi paljon luumuja. Me pyrsimme slivu. Eihän noihin yleitä. Sliva, kato miten paljon. Niitä on paljon. Onko toi pusseja? Ei. Klasna. Slivi. Я обедать нас могу достать. Мы идем смотреть на Михаила Круга. На его памятник, да? Да. Мечты сбываются, Эми. Вот он. Песня. Класс.
сидеть. Я закрываю глаза и чувствую ветер, забытый тобой на месте. Пляшут огни индейских костров. На лицах вожатей меня разбудит свирель и позовет меня. Спокойной ночи, приятных вам снов и доброе утро, если вы смотрите это утром. Приятного аппетита, если вы кушаете. Всем спокойной ночи, до завтра. Пока.